Вот такой вот медведь. У медведя есть веревочка, за которую его вешать на ключи. Вот, сверху выглядит вот так вот. Вот, вот такие глазки замечательные. Один глаз, второй глаз. Такой носик замечательно, вот. Сверху этого не так видно, как сбоку. Ну, сбоку тоже когда мутно. Когда мутно, то вряд ли можно разглядеть. Вот такой вот ротик у него. Замечательный. Кстати, вот такой вот животик. Он темно-фиолетовый. Поэтому отсвечивает так. Грязному. Но это потому, что тень черная падает. Лапоньки вот. Вот. Лапки вот такие маленькие вот. Покажу уши. Уши вот такие вот у него. Лапки сзади смотрятся точно так же вот. Лапки смотрятся как уши, но чуть-чуть меньше. Поэтому уши даже как бы больше, чем лапки. Спина смотрится вот фиолетовая такая вот. Тут четко видно, что тени темной нет, поэтому он не кажется грязным. Вот. Поэтому вот, что могу показать. Честно вот. Что он вот такой вот. Тут вот какая не видно. То есть вот того темного. Поэтому все фиолетовое видно вот. С этого ракурса вот. Вот. Такой вот мишка замечательный. Его как раз на ключах пору носить. Поэтому вот я показываю. Надеюсь, всем понравится. Подписывайтесь. Ставьте лайки. У меня будут еще не раз медведи в видео. Поэтому надеюсь, всем понравится такой медведь. Замечательный вот.